сидели мы с пацанами в гараже. Вот так вот. Все было по кайфу, сидели, хавали дошики. Никому не мешали, тут заваливаются мусора, короче, говорят, типа, вы что тут, типа, бухаете, наркоманите, все дела. Вот приехал батя Толстого. Но мы не пьем. Да, но в том, что мы тут не бухали, не курили. Но, в смысле... Мы просто собираем скутера, да. Если надо что собрать, звоните. Вот, пожалуйста, тут Дио, все дела. Вот, и, короче, типа, тут все мы тут курим там и так далее, тоже, типа, несовершеннолетние, все дела. Нет слов, одни эмоции. Вот, пожалуйста, вот, поддержу данного человека. Вот, и сейчас, типа, нас что-то опять скрывают, то, что что-то там произошло, так, дескать, незаконное. Хотя ничего не произошло. Да, да, хотя, опять же, ничего не происходило. Вот, сейчас у него там общается батя Дани с сотрудниками полиции, доблестной нашей полиции Российской Федерации. Вот, и посмотрим, что будет дальше, что скажет Дани, что будет с гаражом. Ну, моё имхо, то, что все будет ровно, потому что мы ни в чем не косячили, нет, короче, все ровно. Правильно, Танк? Да, я подтверждаю слова Олега. Вот. Еще это... Поддерживаю. Вот, и еще от этого козла я научу монтировать нормальное видео, может быть, будет нормальный влоги выходить. И сегодня я Электросюк, так сказать, царь всей этой литмафии, веду данную передачу Squarestyle. Вот, может быть, еще мне где-то увидите. Ну, похуй. Ну, Squarestyle, ёп, ну, ты же напишешь Squarestyle. А я говорю Squarestyle. Ну, вот так вот, короче. Ну, Squarestyle. Самое хуёвое, там мусора стоит, не выпускает из гаража, а дико хочется ссать. Сейчас. Так, я скажу, что мы не пиздим. Все. Я молчу. Извините, пожалуйста. Нет. Вы меня извините, пожалуйста, что я ничего не сделал. Вон. Да, там да. Стояли за машиной, я тонкий прям приблизит, увидите. Короче, там две бабы пришли такие, типа, нам дошек заварить, короче, мы такие, что, ясно. Что вообще происходит? Происходит какая-то ебическая хуйня. База. Да сколько мы мусора вообще охуели. Да. Действительно. Вот, просто зашли, ворвались, как гром. Вот, не на счёт дела. Где ордер? Чё они по фене лазил? По мопедам, по мусоркам. Ай-яй. Мы не пьем. Ты условка, вот он так и говорит. Сейчас мы я проведу, дескать, экскурсию по данному гаражу. Ну, при входе у нас тут встречаются куски. Красивые. Автор Арсений, фамилия, дескать, Смирнов Арсений, дескать, нарисовал эту тему. Тут стол у нас, усилок, всякие эти приблуды, там масла. Вот. Надо звонить. Дескать, цена подсчета, тоже расписана мною. Все великие граффитисты расписывали. Да. Я один из них. Да, вот Тонкий, я и Арсений, который рисовал вон ту штуку. Кусок, точнее, который умер почти. Вот, ну, вот я не такой, я не крашеный, блядь. Это мой натуральный цвет, а это я красил, короче. Натуральный блондин. На всю страну только один, нихуя, нас уже двое. Нас трое. Еще Грулюк. А, нет, нас двое. Все, Грулюк тоже приехался обратно, черный. Что вы скажете насчет наших доблестных полицейских? Они? Мусора, позор России, блядь. Вот, 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 золотые слова. Это знаешь, это... Не, знаешь, цитаты великих людей, знаешь, это... Мусора, позор России, знаешь, там, сэ бып, ёпта, знаешь, какая фотка, вот черно-белая, понял, знаешь, на белом фоне. Там, вот, такой, костюмчики. На, молдаваш. Пару раз ход, пацаны, пошли. Вообще, я просто пиздец. Ну все, теперь мы смотрим фартумасти, арестанда там, ауе. Даже хуй ему устраивал, свободу пацанам, все дела. На самом деле. Ну, банда. Сейчас даже чем тачка басы. Базар. Сыпь себе баклажку, они уезжают, мы их ценим, блин. Тонкий спиздил мне олимпос. Да, эти моды. Вор, блядь. Слышь? Ты в ком вора увидел, блядь. Ладно. Короче, мы узнали нахуй. Мусора, блядь, короче, суть нахуй в том, блядь, типа до нас тут нахуй собирались какие-то, короче, ебучие, блядь, наркоманы нахуй, тут жили, блядь, какие-то тёлки нахуй, там, короче, что творился полный пиздец, тут были, блядь, притоны, вообще какой-то бадель, короче, вообще нахуй полные виллы, и думают то, что, типа, короче, это мы эту хуйню занимаем, ну, а нет, нет, не так, типа, мусора сюда приедут, будут накрывать гараж, потому что кто-то есть, и думают то, что мы тут тоже ебашим, короче, суть такова то, что сюда... Просто награнить бобик, нахуй, человек 15. Такова то, что нас считают наркоманами. Да, сейчас просто награнит нахуй бобик, блин. Нас всех повяжут, нахуй, и припишут нам всю ту хуйню, которая была здесь до нас, ебать. Вот и все. Это такой расклад, стой, ребят. Стой. Я могу сказать одно. Они думают, что мы нарки тут бахаем, да? Мы проверим, все и все.
Один самый... хуй, они повесили на все, что здесь было. Даже... Самый прикол в том, то, что, надо делать, блядь, просто дай-ка мне камеру. Гараж, короче, это... такая ситуация. Знаешь, я думаю, что мне сейчас папа думает, мы с мамой? То, что ты долбоёб. Блядь, пиздец. Пиздец. Хуй мусорам, ворам свободу, ёбка. Мы съебались с гаража, потому что нам позвонили, позвонила Даня мама и сказала, типа, пиздуйте нахуй, мы закрыли гараж, собрались и съебались. И мы решили, короче, снимать другой гараж, сейчас заходили к охраннику. Он нам сказал, типа, блять, номера дал, там позвонил, искали, типа, в субботу и в четверг посмотреть. Короче, мы ушли из гаража, дошли до каморки, до Даниной. Тут Олег сидит с нами, он сидит с нами тоже. Все крашки и пидорасы. Ходи, я долбоёб. Почему тебя ждёт? А почему я отхожу? Потому что дурака учит. Да, ничего. Ну, давай, я нет. Мы играем в карты. Говорите, опять на суд. Блять, короче, случилась ситуация, сидели мы в каморке. И нас оттуда тоже выгнали мусора. Пиздец. Приехали мусора, сказали, мы их заебали, типа, и выгнали нас нахуй оттуда. А что в эту бургер пришёл? Ну вот. Теперь мы сидим в бургере. И то нам разрешили погреться до 50 минут, сейчас уже 47 минут, поэтому скоро мы отсюда съебем. Пойдем гулять. Вы, блядь, ну, Кольт, Леопольд, блядь. Леопольд, как дела? На пластик скинешь? Сколько? 5 рублей. Задрот молдаванский. Данчик. А Олег ушел у нас гулять с девушкой. Ебать брови, пиздатые. Бро, ну мешаешь играть. Бро, звучишь? На ходу не смогу. Прошло уже 3 дня после того, как мусора приехали к нам в гараж. И гаража теперь больше нет, мы там не сидим. Сегодня мы должны новый посмотреть. Но этому пизда, короче. Мусора конкретно сказали, они сказали то, что типа там кто-то ночью бухал, короче. Кто-то нахуй, блядь, там накуренный, кого-то мамка забрала накуренного, то, что заявление на наш гараж. Ну, блядь, хуй знает. Но лично это все вранье, потому что мы там ничего такого не делали. Но сегодня мы будем снимать новый гараж, думаю. Сейчас я в шараге. Своей, похоже, приедет Олег еще часам 4-5, и там уже, может быть, что-то интересное. Короче, в шараге пизда скучно. Макс сидит, пишет какую-то хуйню. Так, мы сидим в шараге. Наверное, час, может быть, приедет Олег, и мы будем учить какой-то движ. Он приедет, скорее всего, на фургончике. И вообще будет нормально, мы перевезем все, что нам надо. Наконец-то уже сколько мы этого ждали. Короче, встретил я Олежку Тарасюка. Фартумастер арестантом. Он приехал на фургончике. Сейчас мы едем за его подругой. Подругой, блядь. Ну и потом мы едем, наверное, гараж смотреть. Потому что, суки, наш гараж спиздили. Вот такой вот у него фургончик. Фиат, Дуката, там. 2015 год, 16-й, не помню. Ну, про этот фургончик вы можете посмотреть на канале Олежки Тарасюка. Так, да. Delete Mafia. Ссылка, блядь, Delete Mafia — это группа, а мои влоги — это Олег Тарасюк. Ссылка в описании. Олег Тарасюк. Еще такую мсяж. Бля. Короче, едем мы снимать опять гараж. Блядь, Олег, я... Чистый долбоёб. Может, не похайпил, блядь. У нас уже лето. Наконец-то оно пришло. Идем снимать. Oh,
туберкулез. Рак спида. Туберкулез. Рак спида у меня. Умирает. Рак туберкулеза. Все, пиздец. Знаешь, что такое туберкулез? Да. Это рак легких. А у меня рак туберкулеза. Потому что у меня рак рака. Ебать ты дебил. Это двойная сила. Двойная сила, блядь. Когда стал чебурашкой, блядь. Па, кажись, черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя. Па, за. Кот Леопольд, блядь. Фартук в масле, оливье. А ты знаешь то, что у нас был кот Леопольд кастрированный? Да. Его, блядь, кастрировали и из дома выгнали. Педалька молдавская. Любимый бып. Молдавский кот Ляпис. Черный. Черный молдавский кот Ляпис. Вот так вот. Бля, я бы сделал как он, но у меня волосы слишком короткие. Но ничего. У нас много времени, они еще отрастут. Скоро подрастем. Скоро подрасту, блядь. Чем длиннее волосы, тем длиннее член. Чистый пиздобол. Ба-да. Знаете, как говорят, чем человек выше, тем меньше у него член. Ба-да. Но так как я низкий, а Олег высокий, вы сами понимаете все. Что у него член меньше. Наоборот. Пиздобол. Пиздобол. Ну, короче, вот мы уже все загрузили в фургончик. Сейчас мы едем в гараж все расставлять. Я как, сука, вспотел. Олежка нас за рулем. Опасный водитель. Белобрысый пилик за рулем. Ну вот. У нас тут строечка. Скоро мы там будем одеваться. На самом деле нет. Вот. Мы по трассе едем. Олежка водитель от бога нахуй. Только не выкупаю, куда ехать-то, ёпта. Право купил направо. Сейчас направо? Направо, направо, направо. Итого, Серёня вообще там, блядь, там миллиметров проходил. Томки за рулем. Ебашь кашу нас. Мощный, мощный. Там рулем, да, да, да. Как ты, фургон, Серёнь? Охуенно. Газует, как я ебал. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, 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 молодец. Оп, правочку, ручечек. Ну, короче, сняли мы гараж. Вот стоит полезная машина, вот у нас гаражик. Сейчас я на него сойду. И пойдем сейчас. Обогревать это или нет? Олежка лежит. Скажи, что они похожи на гараж. Охуенный гараж, по-моему, да, жарит. А ты чё ебал, ты? Ну, хочу. Я открыт на личность, нахуй, все. Ясно. Не, можешь вставить её.